На площадке Института международных отношений Казанского университета состоялся круглый стол, посвященный государственно-исламским отношениям. Мероприятие прошло под председательством научного руководителя Института востоковедения Российской академии наук Виталия Наумкина. Все подробности далее. Встреча организована в смешанном формате. На ней, в частности, подвели итоги научных исследований, посвященных развитию государственной политики по отношению к исламу в России и арабском мире, а также механизмам различных институтов, регулирующих взаимодействие этих сторон. Мы сталкиваемся с новыми вызовами, с новыми угрозами, которые ведут к тому, что отношения между государством и мусульманскими сообществами, они трансформируются, они меняются. Мы видим, что мусульманские сообщества начинают играть более активную роль, появляется сектор, такой исламский сектор внутригражданского общества. В качестве докладчиков на мероприятии выступили представители Московского института востоковедения и других регионов страны. По словам участников, проект был инициирован еще в 2000 году в связи с развитием российской и мировой уммы, то есть религиозных общин. Я думаю, что традиционно Казань сохранит то место, где эти две точки встречаются, и мы будем продолжать наш проект по исследованию и российских регионов. Диана Жленкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.